Администрация, сотрудники предприятий, организации образовательных учреждений вышли утром 3 октября на общегородской субботник. Работа началась с благодарности и пожелания хорошего настроения главы города Игоря Красавина. Ну, самое главное, зима на носу, поэтому нужно навести порядок, убрать наш город, благоустроить его, почистить, то есть с хорошим настроением пойти домой всем и отдыхать. Поэтому просьба с огромной ответственностью подойти к данному мероприятию. Много уже сделано, но впереди еще есть над чем поработать. Спасибо всем за активность. Ну и спасибо, что мы вместе. В этот день были убраны места, закрепленные за предприятиями и организациями, а также территории у образовательных учреждений городского округа. Благодарность всем, кто участвовал в субботнике, а также тем жителям, которые посчитали долгом выйти на улицу и навести порядок у своих домов. И не забывайте, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.